В нем приняли участие руководители силовых структур, представители профильных ведомств и главы муниципалитета. В торжественных мероприятиях примут участие свыше 1 000 000 человек. Важно, чтобы от праздников у жителей и гостей края остались только приятные впечатления. В вопросах обеспечения безопасности не должно быть формализма, отметил губернатор. Что касается 1 мая, что касается особенно Пасхи и Радоницы. Мы уже люди опытные, мы знаем маршруты. Вот ту активность населения, которая по этим маршрутам возрастает кратно в период вот этих праздников. Поэтому вот здесь надо продумать еще раз и организовать беспрепятственный заезд людей. Организуйте таким образом логистику движения, чтобы не стояли километровые пробки. Продумайте кольцевое движение. Вы все местные, особенно на местах, я к главам муниципальных образований обращаюсь. Коллеги, вы лучше меня знаете, что нужно сделать. Здесь надо соблюдать опережение. Подумать еще над этой логистикой. И пешей логистикой, и транспортной логистикой. По поручению губернатора на время праздничных выходных организуют краевой штаб. Он будет координировать работу всех служб. Это поможет контролировать обстановку в регионе и оперативно реагировать на любые ситуации. Оперативные штабы также будут созданы и в муниципалитетах.